Здравствуйте. Меня зовут Евгения Масленникова. Я автор новой развивающей тетради «От всё знаек», которая называется «Каляка». «Каляка» — это многоразовая тетрадь для творчества, для деток от 3 до 6 лет. Устроена она очень просто. В ней даются различные фигуры. Сначала идут простые геометрические, потом даются более сложные формы, например, вот такие. И ребенку с помощью волшебной палочки, то есть маркера, нужно превратить их во что-нибудь интересное. Где-то нужно всего лишь обвести уже имеющиеся пунктирные линии, а где-то нужно их проявить фантазию. Каждое задание начинается с волшебного заклинания. Оно помогает ребенку понять суть задания и настраивает его на творческий лад. А также задания дополнены интересными фактами. Например, ребенок узнает о том, что дельфины и кит – это не рыбы, что общего разных транспортных средств, как отличить хищного динозавра от травоядного, а еще много всего интересного. А в конце дается абсолютный простор для фантазии, где можно вытворять все, что хочется. Обычно в книгах рисовать нельзя, а в этой книжке рисовать не только можно, но и нужно.